20 мая в Самаре состоится 10-й юбилейный забег «Зеленого марафона». Участие в инклюзивном старте могут принять люди, использующие инвалидные кресла-коляски, преодолев дистанцию в 420 метров. Говорится в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Для участников на электрических колясках будет создана особая трасса на маневренность и ловкость. Задача пройти дистанцию, не задев маркировочные конусы. На площадке проведения марафона будет оборудован специальный шатер, где можно будет отдохнуть, попить воды, а также подзарядить электроколяску. Большой интеллектуальный праздник, фестиваль «Время читать», состоится 27 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Говорится в телеграм-канале Железнодорожного района. Тема фестиваля – настоящие истории. Самарцы и гости города смогут встретиться со знаменитыми писателями Алексеем Ивановым, Игорем Шевчуком, который придумал смешарики. Также в рамках фестиваля пройдет лекция художника и арт-терапевта Татьяны Хаминой. Самарская губерния глазами художников. Здесь же, на большой книжной ярмарке, представят литературные новинки от крупнейших издательств страны. В телеграм-канале Красноглинского района готовятся к летнему сезону и предлагают тренироваться по месту жительства. Чтобы занятия проходили комфортно, для бега стоит выбрать хорошие кроссовки. Обувь важна для правильного распределения нагрузки на спину и ступни. В теплую погоду подойдут модели с синтетическими вставками для хорошей вентиляции. При тренировках рекомендуется использовать компрессионные гольфы или гетры. Они помогут улучшить отток венозной крови от конечностей и предупредить появление отеков. Расписание бесплатных занятий можно посмотреть в телеграм-канале. 18 и 21 мая – Дни Балтийского и Тихоокеанского флота ВМФ России. Напоминают в телеграм-канале Ленинского района. В Самаре есть памятное место – гранитная стела и аллея Соловецких юнг. В 1942 году от речного вокзала более 700 самарских мальчишек-добровольцев отправились на обучение в Соловецкую школу юнг и сражались за родину в Великой Отечественной войне. Многие из них погибли в боях. В эти дни мы вспоминаем наших отважных юнг и моряков, которые отдали свою жизнь ради нашего с вами будущего, ради будущего России.